Все мое почтение, друзья, и вот сегодня, 22 ноября 2022 года, появилась информация, что Российская Федерация на границе Белгородской и Харьковской области, на границе с Украиной строит заградительные сооружения, роет рвы противотанковые и тому подобное. Вот интересно наблюдать, еще буквально чуть меньше года тому назад россияне и Россия смеялась с того, что Украина строила так называемую стену Яценюка. Похожие такие вот сооружения строила Украина. Теперь же так-то не до смеха россиянам, и они упорно и в быстром темпе строят фактически свою стену Яценюка уже от Украины. Как вы считаете, долго ли ждать, так сказать, наступления украинских войск на территорию Белгородской области? И как долго ждать нам появления Белгородской Народной Республики? Ну, если сама Россия фактически подтверждает, что такое наступление возможно. Вот напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого всего. У меня лично от вот этой фантасмагории, от вот этого безумия, то, что происходит вокруг, и смех, и слезы наворачиваются на глаза. Смех от того, что еще некогда, меньше года тому назад, великая, в кавычках, страна Россия, смеялась с Украиной, то, что она делала. А теперь повторяют все то, что делала Украина. А слезы от того, что страдают безневинные люди, простые мирные жители. Я лично считаю, что этому безумию скорее бы уже пришел конец.